Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в третий Tomb Raider. Бета-версия от 25 октября 1998 года. Третий уровень в Неваде. Самый сложный. Я помню по воспоминаниям, этот уровень съест все мои мозги. Тут есть и секреты закрывающиеся. Стелс. В общем, всего тут хватает. Так, вот тут, по-моему, уже прям сразу сейчас будет стелс. Возьму-ка я Desert Eagle. Тут какой-то охранник, и надо его быстро устранить, иначе он кнопку включит. Вот там есть оружейная комната. И тут, если бы этот охранник сейчас убежал, он бы включил вот тут лазеры, я бы не прошел уже никак туда. Да, вот тут кнопка. Она открывает решетку. А тут оружейная комнатка. Специальная. А, тут Лара еще скользить умеет. Круто. Так, а тут у нас что? Вау, звук странный немного. Ну ладно, бежим в оружейную комнату. Тут у нас есть интересные пушки. МП5, вроде как. Патроны к МП5. Еще патроны к МП5. А вот рычаг что делает, я вот не помню. Может, он как раз лазеры включает? Нет? А, да. А нафиг он мне нужен? Выруби его. Лазер мне уже не нужен ваш. Так, взяли МП5. МП5 классная пушка. Уф. Я даже не помню, как из нее стрелять. Так, тут у нас что, уже лазеры? А, нет, впереди будут лазеры. И нам надо будет выживать. Так, тут у нас большая аптека. А вот тут сейчас пойдут как раз лазеры. Я не помню, как тут выживать. Так, ну пока вроде можно вот так вот стоять, осмотреться, что там впереди, зажечь флэр. Там есть аптечка большая слева. А справа что? Черт его знает. А справа лестница у нас есть. Так, бежим, ползем быстро к аптечке. Чтоб нас не придавило только лазером. Так, это вроде не потолочная лестница, нет. Короче говоря, надо сейчас успеть. Сейчас лазер уйдет на другую сторону. Встаем быстро. И хватаемся вот сюда. Так. Что у нас тут? Прошли мимо лазеров. Окей, дальше. Это еще не все. Приключения только начинаются. Опа, охранник побежал. Надо, по-моему, его ликвидировать быстро. Пока он не включил тревогу, не успел. Я не помню, что было бы, но что-то явно нехорошее. Так, здесь, по-моему, можно как кого-то выпустить отсюда. Тут есть еще маленькая аптека.
Да, вот. Иди, парень, гуляй. Свобода. Так, здесь у нас что? Закрытая дверь. В нее вообще реально попасть? Наверное, нет. Все. Выпустили мужика. Может, он мне чем-то поможет. Смотрите, что у нас слева. Вот это главный зал. Нам надо туда будет проникнуть, по-моему. А, нет, это не главный зал. Это туда, куда я сейчас попаду. И там как раз вот есть скрывающийся секрет. Где нужно будет аккуратно действовать. Так, тут у нас стоит пулемет. Осторожно. Лазеры пулеметные. Нет, обойдем это место. Есть у нас тут расщелинка. Возьмем еще флееры. Дорогу. Ну, бери, Лар. А чё он не берет их? Не понимаю. Не понял. Ты не видишь, что ли? Они же прямо перед тобой. Не понял. Почему она их не может взять? Что за бред? А у меня что-то сломалось все. Нахрен. Не понял. Она оружие достать не может. Да что случилось-то? Не может достать оружие. Забаговало что-то все. А флеер можешь зажечь? Тоже не может. Это мне не нравится. Она даже подтянуться не может. Что за бред? Ну, а пройти и пролезть туда тоже не ползет. Вообще управление потерялся. Что, переигрывать что ли придется? Не хотелось бы. А если я, скажем, сохранюсь и загружусь? Может, это изменит ситуацию? Арх. Ничего это не изменило. Прыжок есть, но она не ползет никуда. Да. А где я сохранялся последний раз, не помню. Ладно, давай заново уровень начинать. Обидно, досадно, но что поделать. Надо пользоваться квиксейвами в этом уровне. Ломается, гад. Вот он побежал, типа в оружейную, но обломался. Ну тут успеть очень легко, на самом деле. Так, нет, рычаг этот мне не нужен. Так, что-то, по-моему, здесь было, да? Подбирал я что-то. А что это было-то? А, аптечка маленькая. Я думал, что я такое тут брал.
в этой темноте. Так, может я тут еще патроны пропустил вначале? Нет? Да нет, вроде. Ладно, полезли опять к лазерам. Так, тут аптека была. Почему оно ломается? Быстрее! Так, сохранка. Так, сейчас вроде ничего не сломалось. Пока еще. Берем аптеку. Вот, пока она вроде еще все работает. Ладно. О, подобрал. Лезем наверх. Так, вот тут те же самые пулеметы. Пулеметный зеленый лазер, который я обошел вот так вот. Бежим вперед. Так, что впереди? Ага. Там еще один. Так, а что бы он тут мог сделать? Интересно. А вон внизу ходит. Один ходит внизу. А если я возьму МП5, он как вообще прицеливается? Наверное, дурацкая затея брать МП5. Лучше это взять. Так, и тут вот есть рычаг. Главное, чтобы собаки не вышли. И не закрыли секрет. Ага, все. Это плохой знак. Он успел нажать на кнопку. А я могу в бок прыгнуть? Могу. Где-то он там ходит. Как бы его выцелить-то отсюда? Получается. Вот он опять нажал. Нет. Запоролось все. Ладно. Короче говоря, если выбегают собаки, то все, хана. Ой. Это что такое, Лара? Да, он опять нажимает, успевает.
Может, можно по стелсу как-то? Не спалиться. Ну, например, вот так вот. Вот он сейчас задом повернут ко мне. Не успел сейчас включить ничего. Так, он здесь один. Вот этого я не помню. Тут где-то есть секрет. Так, вот тут рычаг. Это открылось. Я верную решетку открыл. А есть и другая решетка. Да, вот эта решетка секрета, собственно говоря. И она закрывается навсегда, вот как после того, как выбегают собаки. То есть надо быстро это убить по стелсу. Если об этом не знать, конечно, трудно догадаться даже. Так, ну я пока туда не пойду, я хочу все наверху осмотреть. Там много вкусных ништячков есть. Не помню, есть ли кто-то тут из этих солдат еще. Да, текстуры, конечно, немного мерцают. Ну ладно. Так, патрончики понабрал. Что еще тут у нас есть? Это что такое? А, какой-то лаз. Куда-то. Так, а тут у нас гранаты для гранатомета. Ну, опять сломалось и все. Почему-то игра ломается вот на таких подборах. Ладно. Давай еще раз с этого момента. Так, не сломайся. Взяла, молодец. Да, по-моему, в релизной версии такой фигни не было. Ну или была, но очень редко. Хотя... Так, ну... Спрыгиваем опять-таки вниз. Первый секрет мы взяли. Но это далеко не самое страшное в этой миссии.
Ты где? Так, у этого мужика, по-моему, ничего нету. Берем кристалл. И полезли вот сюда в проход. Не помню, что сейчас будет. Ага, проход слева есть. А что слева? Интересное что-то. Дай-ка я сделаю quick save. Может быть, зажечь флеер, посмотреть получше. Тьма же ни хрена не видно. А, вот тут патроны вижу справа. Не сломаешься? Опять что ли? Опять сломался. Да что такое-то, Лара? Сколько можно? Так, там снизу охранник ходит. Патроны к МП5. Но я его сразу прикончил. Меня даже не засек. Там еще кто-то ходит. Так, у этого есть маленькая аптечка. Где, с какой стороны еще ходит? С этой? А, тут дверь вообще закрыта. Давай откроем ее. О, тут еще один бедолага сидит заперти. Опа. Ты кто? Откуда ты вышел? Вылез такой. Ничего не оставил? Жалко. Так, ладно, пошли в ту сторону. О! Я тебе помогу. Не пожалею, даже дивертыгл. Так, вижу слева, где можно проползти, а тут у нас... Ох, можно даже уничтожить эти пушки, да, пулеметы. Можно. Но, наверное, не буду этим заниматься, обойдем их. Тут можно пройти. Так, опять тут ключевой предмет вроде. Ну, не ключевой, большая аптечка. Так, еще что-то. Дробовик, что ли? Да, дробашек взял. Круто. Так, ну вот обошли пулеметы. Идем дальше. Опа, там кто-то стреляет. Что за кипиш такой там? Не понял. Тут кнопка какая-то есть. Решетка. Видимо, открывается не одной кнопкой. Так, там солдаты. Убил этого чайника. Тут еще кнопка. Вау.
отвечает за дверь. Так, а тут второй пулемет, я так понимаю. Ни хрена нет. Ладно. 10 патронов у меня остается. Так, нет, тебя я не трогаю. Дверь закрылась, которая прямо была. Вот. Так, у этого маленькая аптечка есть. Ладно. Так, здесь я вижу рычаг. Видимо, сейчас решетка откроется. Да. Круто. Так, ну и поползли. Не знаю, надо, наверное, сохраниться. Что тут такое? Не лазеры, надеюсь. О, ракурс-то какой. Есть дорога наверх, а есть путь влево. Слева вроде лазеры. А прямо она не ползет. Значит, только сюда. Да, стоп, а как я тут пройду? Если тут лазеры. Меня сейчас будут пулеметы обстреливать. Может, в них можно попасть? Из этой штуки, например, из МП5, нет? Но у него нету прицела. Не перепрыгну я эти лазеры никак. Дверь закрыта. Придется тогда сейчас вырубать этот пулемет, я не знаю. Мне патронов мало. Не хватит. А нет, просто тревога пошла. Интересно, а можно ли ее было как-то избежать? Вряд ли. Какой-то коридор. Так, слева путь, справа путь. Куда сперва? Вот не помню. Ух ты, он успел напоследок выстрелить. А, тревога исчезла куда-то. Так, ты тут один? Да, вот эта миссия с ракетой. Это ракета, это вообще. Это момент там будет. Уф. Кстати, чем-то похоже момент Сифон Фильтр. Последняя миссия первой части с вот этой ракетой. Прямо. Есть воспоминания. Так, осторожно, пулемет. Эпс. А тут тоже проходит луч. Перепрыгнем аккуратно. А, сюда что-то нужно вставить будет. Понятно. Так, стоп. Тут тоже луч. Здесь вроде нету. Но тут есть кран убийственный.
А, решетка, во. Можно в нее залезть. Не помню, что тут вообще такое. Но что-то тут есть. Кристалл. А не секрет ли это? А. Там я ничего не вижу. А здесь... Это, наверное, второй секрет был. Да, это второй секрет. Кристалл. Неплохо. Пока не буду сохраняться. Так, на всякий случай квиксейв, чтобы, если система опять сломается... За этим краном есть патрон. Можно их взять. Но тут, по-моему, что-то надо сделать. Лестницу, что ли, пододвинуть. Да, по-моему, что-то... А, нет, вот эту самую платформу надо влево сделать. Здесь не помню, есть ли вообще что. Ничего не вижу, ничего не слышу. Осторожно. Лучше повсюду. Ага, маленькая аптечка. Да, и конечно на эту лестницу так просто не залезть. Пешком вперед. Так оно не работает. Ладно, залазим наверх. Идем в соседнюю, в другую сторону, где я убил уже одного бойца. Да, и тут вот эта вот ракета. Но мне пока не до нее. Мне надо спускаться по лестнице вроде бы. Именно спускаться, не залазить. Да, вот ракета. Тут можно забраться наверх, но там, я не помню, закрыто там сейчас. А, тут даже еще люк есть с местом повыше. Ай! Лара, как так-то? Я думал, она перебралась вправо, сместилась. Видимо, нет. Во. Так, у этого мужика что-то было вообще? Что-то да было. Ах, да. Там можно куда-то забраться выше, да? Получается, по этой лестнице-то. Не понял. Возможно. Давай попробую. Или я сейчас не смогу этого сделать. А, тут закрытый люк мне мешает. Понятно. Значит, попозже. Сейчас пока по первому этажу пойдем. Может, кого-то встречу. Так, внизу люк.
какой-то проход. А здесь... А сюда надо вставить еще один. Так, это диск. No. Диск это не туда. Кстати, у кого я взял этот диск? У одного из охранников, который сейчас был. Так, а тут лестница. Чудесница. Спускаемся вниз. Здесь у нас есть рычаг. А, вот тут находится ракета как раз. А, уже сейчас будет этот момент, да? Наверное, да. Сюда же диск? А, нет. Погоди, а куда тогда? Я, кажется, вспомнил, куда диск надо ставить. Там, где эти... Где секрет был, короче, второй. Возвращаемся. Да, здесь понадобится ускорение. Прям вот очень. Критически важным будет. Новая способность Лары. Вставляем диск. Так, а теперь туда надо, да? Ага. Сместилась вот эта платформа. А, нет, не сместился. Ракеты поднялись. А для чего? Я ж по-прежнему ничего не могу сделать. Не понял. Может, какая-то кнопка? Есть. Стоп, так мне с вот этой платформы прыгать-то. Точно, точно. Так, прыгаем на лестницу, залазим наверх. Там, по-моему, кто-то наверху будет ждать. Ага, вон мужик стоит. Он не подходит-то? Не понял. Ай! Твою-то мать, я чуть не помер. Ай! Не. Так, загрузился я. Где это? Серьезно, это я секрет брал? Тут у меня еще диска не... Короче, надо почаще сохраняться. Okay.
не жалеть кристаллы. По-моему, я где-то тут вот слазил, было норм. Я еще патроны не взял и аптечку, наверное, да? Там забыл. Угу. Мы забрались на самый верх. Он должен выйти. Не успел мне ничего сделать. Так, у него что-то должно быть. Тут надо осторожно. А, вот эта вот штука, ключ. Еще один. Как он называется? Anger Access Key. Окей. Тут ничего же нет. Ключ от ангара. Смотрю получше, может быть что-то положили все-таки в углу. Но, по-моему, нет. По-моему, нет. Обратно возвращаемся к ракете. Так, идем понизу теперь. Мне надо ключ-карту какую-то найти сперва. Открываем вот эту дверь. Куда это ведет вообще? За памятник. Там кто-то есть? Кто-то есть. Ага. Так, ну и как тебя прикончить? Может, гранатомет проверим? Вот так. Чисто развлекуха. Готов. Да, сейчас нелегкая дорога предстоит. Так, а карточки у бойца не было, да? Так, осторожно, рельсы под напряжением. На них вступать нельзя. Так, где брать карточку? По-моему, где-то здесь. Тут, может быть, что-то внизу и есть запрятано. Пока что я не вижу.
Забираемся наверх. Кнопка. Это я дверь открыл? Ух, там не было лестницы, нифига себе. А, кубик появился зеленый. Посмотри-ка. Так, по-моему, тут что-то есть. Не знаю, есть ли с этой стороны. Вряд ли. Вот тут наверху. Патроны для дробовика. Так, эта дверь закрыта. Ее можно открыть, нет? Так, вот сейчас я точно сохранюсь за кристалл. Тяжелый момент будет. То есть нам еще эту карточку добывать надо идти. Так, отсюда теперь можно залезть наверх, но не вниз. Так, что дальше? Здесь осторожно. Какая-то решетка сейчас, по-моему, упадет. По-моему, центральная. Или вот эти вот обе. Так, а здесь можно вот так вот на руках. Так, и они все опускаются под нами. Еще и лазеры добавили. Так, ну теперь проползти можно. Конечно. Аккуратненько. Так, лесенка, чудесенка. Здесь можно так спрыгнуть? Можно, без проблем. Так, отсюда. Что-то у меня дезерт игл мало, да, патрон? Может, гранатомет взять? Просто сейчас будет один мужик неприятный. Куда-то побежал. Тревогу поднимать, видимо. Нужно его опередить. Да, тут, по-моему, сейчас будут какие-то еще стелс-моменты. Вот тут тоже дверь интересная. Не помню, секрет или нет. А, это мои шаги или там кто-то есть? Пока никого не слышу. Бежим дальше. А вот не помню, тут сейчас будет стелс или нет. Пулеметы есть, это я вижу. Лазеров тут полно. Осторожно с лазерами. Это вообще желтый. Так, тут ничего нету. Мне показалось, что что-то должно быть. Так, тут двери закрыты. Пока что. Так, тут я больше не вижу пока что лазеров. А, вот желтый вижу.
Но желтый тревогу не поднимает пока. Забираемся по ящикам. Позади нас ничего нету. А впереди хрен его знает. Какой-то зал желтый. Видимо, пошел тревогу какую-то поднимать. Так, отставить, стрелять по пулеметам. Тут нет никого. Никого не вижу. А на той стороне... На той стороне какая-то панель есть. Да, он бежал как раз вот поднять тревогу сюда, видимо. Так, у него что-то в карманах лежит? Нет, ничего. Так, нам, по-моему, надо будет тут две пары дверей открыть и на время успеть добраться туда и обратно. Только я вот не помню, куда сперва. Сюда или туда? Так, это дальние двери, отвечает. Опа, а где-то охранник. Да, надо сперва охранников, наверное, уничтожить вот этих. Так. Сколько времени дается? Так, все, дверь закрылась. Теперь посмотрим, сколько времени дается на эту дверь. Возможно, на эту дверь дается даже меньше времени. Смотрим примерно по таймингу, как оно. По-моему, гораздо дольше. То есть надо сперва вот эти двери открывать. Вот там внизу что вообще находится? Яма какая-то с шипами. Так, понятно. Сперва лучше вот сюда тогда. Вот эту кнопку нажать. Затем вот эту. Есть. Точно не уверен, но, по-моему, тут кто-то ходит. Так, а что это был за звук? А, это вторая дверь закрылась. Понятно. Так. Тут у нас много разных рычагов. Нужно какую-то комбинацию составить из этих рычагов. Ну, тут понятно, дверь открывается, но мне пока туда не надо. Так, по-моему, даже что-то наверху вот этой есть. Или нету. Дай-ка я на всякий случай F2 сделаю. Знаю эту игру.
может и нет ничего. Да не, вроде ничего не лежит. Так, ну я не знаю, сколько у нас? 5 рычагов. Первый. Допустим, первый. Ничего не дал, по-моему, да? Второй. Так, второй нужный рычаг, видимо. Так, значит, первый можно вот так вот сделать. Третий тоже, по-моему, ничего не дает. Четвертый. Ага. И пятый. Да, второй, четвертый, пятый. А эти рычаги, видимо, так ничего не делают. Ну, теперь возвращаемся. Не знаю, будет ли сейчас кто-то встречать меня тут. Так, ну, лазеры, это понятно. Не поранил, хорошо. Главное, на зеленые сейчас не напороться. Так, это желтый. Стоп, я дверь, что ли, прошел? Пробежал, да. Вот же двери-то открылись. Патроны для дробовика лежат под этой штукой. Так, кстати, тут люк есть под этой штукой, обратите внимание. Надо будет открыть его. А здесь, по-моему, что-то важное. Вот сюда надо будет, видимо, диск еще вставить. Открыть эту дверь. Здесь пока закрыто. Здесь есть кнопка. И что она открыла? Люк здесь или где? Пойму. Да нет, не здесь. Может, здесь что-то? Это тоже вряд ли. А, может быть, наверху. Да, наверху вот платформа. Да, мерцание текстур — это неприятно, конечно. Ну, ничего не поделать, видимо. Так, я понятия не имею, откуда начинать сейчас прыгать. Отсюда? Да. Как я так наугад просто решился на это. Берем патроны для дробовика. А здесь осторожно. Здесь надо куда-то допрыгать сейчас. Куда-то. А, ну вот эту платформу, видимо. Я даже не знаю, с чего начинать. Может, сюда? Мне кажется, что вот та платформа, она ненадежная. Наоборот. Вот в эту сторону, мне кажется, прыгать. Так, тут, по-моему, где-то третий секрет есть. Если я не ошибаюсь. Я могу ошибаться. А, да, вон она, решетка или дверь. Что там такое?
Но она пока закрыта. Нет, так я не попаду. Надо вот так. Твою-то мать. Ох. Идиотский геймплей, блин. Надо просто было побежать вперед. Она взяла дуру и спрыгнула. Во, вот так вот хотя бы можно было сделать, ладно. Так, ну и что? Зачем я сюда забрался? А я не понял. Ради, в чем прикол-то? Куда мне дальше? А, наверх. Вон карточка лежит, точно. Да, это мне сейчас еще возвращаться, а потом еще сюда раз приходить. Я не помню, как открыть ту дверь. Секретом. Так, где здесь можно безопасно спуститься? Здесь, да? Ладно, возвращаемся назад. Лазера не задеть. Кстати, вот тут дверь еще должна будет открыться, или как-то попасть сюда можно будет. Ну, короче говоря, вот тут есть дверь, ее как-то можно будет открыть или выбраться через нее в будущем. Ладно, использую кристалл. А хотя нет, пока не буду. Думал я об этом. Так, может под рельсами? А, вон патроны есть, вижу. Вижу я патроны. Почему бы их не взять? Так, ну и на самый верх забираемся. Ой. Лара, какого хрена? Скажи мне, какого хрена ты творишь? Чуть не запорола все. Я думал, там можно сальто назад сделать. А нет, тут не так все. Я вот думаю, а как мне сейчас? Надо опять по потолку лезть. Но тут же лазер. А, он меня не задевает, окей. По-моему, вот эта решетка откроется. Или нет. Или потом. Нет, туда скатываться плохая идея. Не знаю, но мне кажется, вот те двери еще можно будет как-то открыть. Я лучше проползу. Кстати, как карточка называется? Launch Code Pass. Там сейчас впереди будет жесткий момент с этой ракетой. Высоко? Блин.
Ну, немного отнялось, да. Так, открываем дверь. Вставляем карту. А вот сейчас советую просто сохраниться обязательно. Момент супер жесткий, я бы даже сказал. Вот ракета. И сразу смерть. Да, сразу смерть, я ничего не успел даже сделать. Надо было, наверное, выключить заставку. Она время отнимает. Успел? Да неужели? Звук отличается немного от финальной версии. Так, и что у нас в этой комнате вообще есть? Ничего нету, да? Но ракету мы отправили. Нет, что-то я определенно должен разыскать тут еще. Ладно, возвращаемся назад. Погоди-ка. Мне надо найти еще один ключ или диск. Как минимум. Где бы его найти? Так, ну вот отсюда ракета отправилась наверх. А люк так и не открылся, кстати. А что мне делать? Может, я что-то не обнаружил? А, нет, открылся люк. Люк открылся. Понятно. Можно на самый верх теперь слазить. Так, тут есть еще лестница выше. А тут у нас... лежит аптечка, и как ее взять? Интересно мне знать. Да вот так вот. В наглую просто. Берешь и берешь. Перепрыгивая. Так, ну чё, лезем выше. Ах ты мудак, ты где стоишь? Сейчас какую-нибудь тревогу включи, да? Скотина, он меня скинул. Урод. Может, я сальто назад мог сделать? Смешно. Так, не там я загрузился. А чё я квиксейв-то не нажал? Дебил. А сейчас у меня где сохранение-то будет? Стоп. Сейчас я могу вообще не там загрузиться. Я, конечно, попробую.
А, нет, все правильно, перед ракетой. Ужасно, конечно. Это ракеты. Ох. По мозгам бьет. На ту лестницу. Так, берем, значит, большую аптечку. И лезем выше. Не-не-не, я не клюну больше на твои эти угрозы. Хай. Сдохни, тварь. Так, что он тут охранял? Рычаг? Нет, аптечка вон лежит. А хотя нет тут никакой аптечки. Ладно, опускаем вот этот рычаг. Открываются двойные двери. Куда они ведут? Очередные лазеры, да? Весело. И что же надо в этот раз? Ой, чуть-чуть поранился. Блин. Так, там впереди что-то, гранаты что ли виднеются. А, тут придется прыгать через лазер, кстати. Ползи. Да, потерял я ХП, конечно, ну ладно. Тут гранаты. Всего лишь навсего. Так, а что у нас здесь? Опять краны? Яма, это куда я выбрался-то вообще? Улица какая-то. И сколько вас тут уродов? Люк. Колючая проволока. А чё, люк надо открыть как-то, видимо. Так, колючка, колючка. И, ну тут не уйдешь, конечно, никуда. Ага, вот тут какая-то комната. А вот и диск. Вот и диск нашелся, второй. Как он называется? Код Clearance Disk. Клиренс очистительный, что ли? Диск очистки. Так, и какой-то рычаг. Видимо, люк открылся. Вопрос, зачем?
Я так прыгнул на авось. А если бы высоко было, что бы я ответил тогда? Так, наверху ничего мне не сделать. О-о-о. Тут надо вот так вот и вот так вот. А это что за стена такая черная? Смотри-ка, есть стена вверх, а нет, только вниз. Понятно. Или там было куда еще спрыгнуть, нет? Да нет, вроде. В одно место вело. А, вот как раз я и вышел сюда, куда я говорил тогда. Мне не придется больше делать эти прыжки сумасшедшие. Так, ну мне еще надо секрет взять. Обязательно третий. Но я не... Я не понимаю, как открыть ту дверь. Кто-нибудь появился? Надеюсь, нет. Так, вставляем диск очистки. Там темная такая комнатка, неприятная. Ох, там есть кристалл. Это круто, конечно. Какое-то тело. Так, а здесь маленькая аптечка. Ну, можно взять ее, конечно. Почему нет? Берем кристалл. Вот кто это? Так, а ради чего все это было-то? А, вот дверь еще открылась. А тут вообще бассейн. Тоже есть кристалл. Может, это секрет уже? Нет, не секрет. А где же секрет-то? Ха-ха. По-моему, он где-то здесь, в конце должен был быть. Погоди, мне как-то можно попасть в этот бассейн, я точно помню. И взять вот этот кристалл. Но что надо для этого сделать-то? Ха. Может, я какой-то рычаг упускаю? Интересно. Короче говоря, помните ту дверь вот? Она точно должна... Вот, она сейчас открылась. А тогда была закрыта. С чем это связано? Вот там как раз третий секрет. Читается вот в этом бассейне. Ну ладно, можно потерпеть мерцание этих текстур на Dockstation. Итак, картинка четкая. Лучше ожидать не приходится, я думаю. Так, ну что, я почти допрыгал. Так, как теперь только туда лучше прыгать-то, а? Ну, вот так вот. Да. Ох, очередные лазеры. Твою-то мать, а как лучше-то? А, я, кажется, понял, как лучше. Вот так вот. Я, правда,
все равно попался немного. Ой. Ладно, окей. Но это не настоящие акулы, так что переживать не приходится. Да, третий секрет, зона 51 уровень называется. Так, удастся ли вернуться? Да ладно, чем мне жалеть эти аптечки? Красиво, Лара. Шедеврально. Так, а теперь мне куда, вниз в самый? Или нет, погоди-ка, высоковато будет. Или нормально. А других вариантов я все равно не вижу. Так что давай, выживай. Да, тут по-любому надо было аптечку кушать. Да, открылся люк. Залазим наверх. Тут, по-моему, сейчас еще солдаты будут какие-то. Два пути. Налево-направо. Куда мы пойдем? Опа, люк закрылся. Не понял. Да, действительно, люк закрылся. Так, ну есть дробашек. А, Desert Eagle, в принципе. Может их быстро вырубить? Где вы? А где второй? А что у нас тут? Это что за место такое? А, мне сюда надо, типа. А с той стороны что? А с той стороны ничего. И сколько тут еще? Ох, вон артефакт лежит как раз. Мы его должны охранять. Девять патронов. Стекло интересное. Так, а сохранюсь лучше. Можно касаться, кстати? Можно. Не, интересно, оно тут выглядит. Ой, это я упал. Ладно, берем артефакт. Это вот та тарелка, получается, которая пролетала, вот эта вот. О! Откуда ты вообще вылез? Еще один. Защищают они артефакта. Ну что, берем. Все, прошли мы Неваду. Все секреты собрали. Сохраняемся. И сейчас нужно будет сделать следующий выбор, куда дальше мы отправимся.
Да, надо сделать. Южный Пацифик острова, Южного океана, Тихого океана или Лондон. Ну, я советую на острова отправиться сперва. Лондон — это самое, наверное, сложное место в игре. Поэтому острова. Вот такая будет вот тематика ясная. После Невады как раз. Так, ну на этом я благодарю всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующих сериях. Всем пока.